Подождите, ребята, не забегайте вперед, поскольку это первое появление обезьян-мена в этом году. И увидел его наш Арнольд. Пусть Джеральд расскажет легенду о нем, если кто-то забыл ее. Ну, подумаешь, стащили еще 3 мешка картошки и немного грибов за неделю до этого. Как же нам быть? Ланч, дневной чай, обед, ужин. Про это он слышал, нет? Еще чего? Я не на огня и не собираюсь тебя слушаться! И зачем я только впустил эту бабку? Вот возьму и сожгу ваш бекон! Постойте, постойте, док. Вы хотите сказать, что сделали машину времени? Я из будущего. Попал сюда в изобретенной вами машине времени. Мне нужна ваша помощь, чтобы вернуться в 1985 год. Что-то я проголодался. Даже это черствое печенье кажется лакомством. Причину урчания в животе тоже можно объяснить. Мы проголодались. Отдайте нам чего-нибудь пожевать. Корбин Даллас. Вот он, победитель нашего конкурса Gemini. Он такой горячий, что дамы могут начать таять. Он горячее самого горячего. Милая Катя. Постой, ты не ведешь себя странно. Ты тот же несносный Пикачу, что и обычно. Пикачу! Все остальные совершенно съехали с катушек. Бега-бега! Болванские покемоны эволюционируют прямо на глазах! И это не все! Они болтают так, будто они группа безмозглых людишек! Хорошо, что Соник и его друзья нашли мне изумруд хаоса. Посмотрим, какую использовать мне стратегическую стратегию, чтобы отобрать его у них. Слушай, Шадо, в целях самозащиты я отменяю этот праздник. Не понимаю. Я думал, мы здесь, чтобы найти изумруды хаоса. Да черт с ними! Эти монстры Метарекса сейчас приготовят из нас котлеты! Где же кнопка пуск? Может... Нет, не это. Ну где этот Тейлз, когда он так нужен? Никто не объяснил. Мы добываем... вот эти штукенцы. Пыльца фей, или как ее еще называют, Пиксум. Я понятия не имею. Никто не знает, да и знать это не велено. Ты бы лучше не болтала, а... Мы уже ходили по этому пути, принц Суко. Прошу вас не волноваться по пустякам. Садитесь, выпейте чашечку успокаивающего жасминового чая. Как нам убедиться, что вы не шпионы людей огня? Киоши соблюдают нейтралитет. Мы не хотим вступать в эту войну. Я уверен, что ты счастлив, но моя база данных гласит, что слава переоценена и никогда себя не окупает. Ты согласен? Хоть я рад помочь миссии, чем сумею, но моя миссия меня несколько смущает. Я ненавижу смурфов. Я поймаю тебя, я поймаю всех вас, всех до одного. Всех! Папа, это неудачная мысль. Я хочу сказать, смотри, нас уже 3 в полиции, это будет выглядеть как семейственность. Это не скейтбординг, сержант. Мы просто несем скейты. А это скейтбординг. Простите, господа. Комиссар Реви, служба контрразведки, пройдемте со мной. Хотим задать вам несколько вопросов. Итак, Фокс едет в королевский дворец, мистер Фикс. Он туда не доедет, мистер Фикс. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Вот и все, мой друг. Это конец. Наш смертный час, если мы не выберемся отсюда. О! Что ты придумал? Да, Ферли, я знал, что твоя чудная голова на что-то сгодится. Ферли, это летающий пони.